Дорогие мои дети, благословляю вас на долгий, продолжительный, счастливый путь в новую жизнь. Я хочу, чтобы этот путь у вас был совместным, чтобы у вас всегда был на этом пути любовь, взаимопонимание, чтобы вы уважали, любили друг друга, понимали, иногда уступали друг другу, бывают такие случаи. И главное в жизни, конечно, любовь. Она сопровождает вас весь этот жизненный путь. Ну вот, будьте счастливы, мои дорогие, в добрый путь. Все, Марина, давайте пошли. Так. Так, жених, добрый путь. Мы целуемся с вами. С собой, да? С собой. Да. В добрый путь, в счастливый путь и длинный. На торжественную церемонию регистрации брака в зал приглашаются Егор Викторович и Дарья Владимировна. Приветствуем молодых! Законные супруги Дарью Владимировну? Да, согласен. Является ли ваше решение о вступлении в брак честным, искренним, добровольным? Да. А вы, Дарья Владимировна, согласны создать семейный союз с Егором Викторовичем? Да, согласна. На основании ваших утвердительных ответов, в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь о браке и семье, сегодня отделом ЗАГС Светлогорского районного исполнительного комитета брак между вами регистрируется.